Одна из проблем французских бульдогов это то, что вот в складочках после кормления, после того, как он потеет, могут появляться бактерии, появляться раздражение, дерматит и прочее. Ветклиники посоветовали вот такой крем, называется Пантадерм. Он от опрелости у детей применяется. И этим кремом я мажу Олегу эти складки. Быстрой. Так, вот так, терпи, терпи. Вот. И, в принципе, и все. Еще? Я уже не помню, кто-то в комментариях советовал Олегу мазать носик, у Олега сухой нос, детским кремом. И это действительно помогает. Состояние носика намного лучше стало после таких процедур. Единственное, что, видимо, Олегу нравится запах или вкус крема детского, и он начинает вот так вот слизывать. Языком слизывать с носа крем. Вот такой вот уход за складками на морде Олега я произвожу обычно. Всем пока.